Понятно. В общем, ситуация у тебя крайне интересная, и ты будешь в какое-то долгое время, наверное, лет 50, если не 100, страдать от низкого дохода. Да все нормально. Ну, будем держать кулачки, чтобы ты выбрался. Ну, раз Англия тебя не спонсирует, значит, наверное, действительно все так у вас нехорошо. Посмотрим, посмотрим. Хорошо, но у тебя очень большое поле, и так что коси на нем траву и будешь богатым. Так, смотрим, смотрим. Виктор, Швеция готовится к войне с Англией. Это видно по ее действию флота. Да, да, возможно, не знаю. А может она готовится... Ну, в любом случае, к войне с Англией все готовятся, потому что Англия опасная страна. Чё ты Португалии не спонсируешь? У вас все? Развод и девичья фамилия? Ух ты, как меня адмирал на 2 звёздочки выпал. Так, 9-6-3. Второе место в общем зачете. И это классно. Виктор, посмотри в Скандинавию просто. Какое там положение войск? Что там происходит? Военные. Правда, у тебя прирост военных очень слабенький, но это в принципе нормально. А мне военные не страшны. Просто посмотри, что происходит в Балтийском море. Ух ты, да, у Швеции много галер тут. И войска понятно собираются. О, Швеция классно, кстати, разъелась, выиграла хорошую войну. У Англии все караки. Лимит флота, понятно. Сколько развития у Швеции? 293. Неплохо, 25 место. А ты говоришь, у тебя все караки, да? Угу. У меня так очки вверх пошли. А кто на третьем месте? Осман, ты флот ко мне ведешь? Да. Красавец. А что, думаете, прям аж будет война? Ну, перестраховаться, конечно, да. Да, Осман, только галеры свои отправь, армии не надо. Да, галеры должны действовать во внутреннем море, они тут вообще никакого эффекта не окажут. А я, кстати, еще нанимаю караки. У меня с деньгами все. Да, я думаю, если что, Ларандикус будет в нашей стороне. Да, да, вот на вашей стороне будет, я это гарантирую. А куда я буду? А кто Ларандикусу подсказал, какой мир нужно заключать? Я. Отлично, хорошо. А то я что-то так подумал, что он бы не разобрался. Бо он кидал белый мир, а по правилам же нужно именно этот самый. Так а смотри, по белому миру у него все равно разорвался до союза. Автоматом, да? Ну да, да. То есть как ты подпишешь обратный мир, и ты со своим союзником как бы его кидаешь. А вот нет. Это Кирилл. А, не, ну теперь он знает этот нюанс, то может заключать мир. Он себе перемирием время выиграл. Я вижу пинг, а не криперы. Колонист прибудет через 170 дней. Ну и хорошо. Провинция граф Реймет. А у тебя следующий уровень флота 15, да? 15 эти самые идеи. Не идеи, а админ. Не, ну в Англии все равно будет очень тяжело задавить. На море даже той же самой Швеции. И я не могу поставить колонию, потому что нету транспортников, и там эти аборигены просто вынесут. Так, я могу типа туда поставить армию. Давай. Маджапахит, идем смотрим на Маджапахит. Ух ты, какой большой. Пятьсот 568 развития, 13 место в общем зачете. Маджапахит просто рвет и мечет. А вы хотите где соединиться? Ты в Мадагаскаре, а Англия у нас куда доплыла?
Ты вестерн ему хочешь дать, да? Да. Осман, зна... Да, Осман, 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 лечи флот. Почему ты тут? Рейн, Рейн, вот так. Ну, ты отдал вот, доступ к своим портам Англия, Осману? Да. Да, вот сиди в портах. 43 галеры. Леха, лучше бы я их оставил у себя в Средиземном. А там на море меня кто мне будет бить. Осман, что ты написал? Дима, посмотри в Ла-Манш. Чего говоришь, Осман? Посмотри в Ла-Манш. Ну, я вижу, что ты галет воевал. Нет, в Ла-Манш посмотри внимательно. А мне не видно, там же черный этот. А, у нас союза нету. Короче, там 43 османские галеры. Осман, вы решили их потопить, дружно? Я написал, я тебя кину, но я тебя не вижу, я не могу тебя кинуть. Список стран открой, обзор своей страны, выбери там меня. Какой список стран? Где? Блин, мне в трех... Мне в скайпе звонят, друг пишет, лорд пишет мне в стиме, у меня восставки. Все, мы поняли тебя. Восставашки, ура! Осмада восставашки. Если ты мне дашь какое-то адекватное решение, как тебя кинуть, я тебе кину денег. Нажимаешь на этот, на свою страну, там где у тебя дипломатия, нажал. Дима, я тебе кину, основной. Да, есть. Я от врагов ничего не принимаю. Дима, это Португалия, что ли? Да. Нажал на дипломатию своей страны. Нажимаешь внизу, там снизу есть обзор своей страны, видишь? Кнопочка. Да. Нажал ее. Ищешь меня там в этом списке? Нет у тебя в этом списке. Серьезно? Я вижу Персию, я всех вижу, кого. Андалузия, покупай провинцию. Англичанин. Да. А на какую провинцию будешь колонию ставить? Ну я. На... Ну, понимаешь, в чем проблема? Ты можешь меня видеть, я тебя не вижу. Я буду не вижу ставить ни одной колонию твоей на самую. Поэтому все, я ясно. Не могу тебе с тобой, ну как бы вести никаких дел. Самая северо-западная на море, которая граничит, это. Лесер, которая... Ну, там, тогда придется мне ее сейчас открывать. Ну, я открою ее сейчас. Угу. Я просто транспорт... Так, Португалия, да, сейчас... Если ты думаешь, что-то я кину, конечно. Посмотрю, посмотрю. Да, он действительно тебя не видит. Ну, ладно, бывает. Так, отлично, в тифтехах я веду перед Швецией. А, Торн двойку поставьте, пожалуйста. Он действительно а тебя не видит. Ты меня в войне с персами поддержишь? У меня перемирие, я не смогу воевать. А как ты с персами воевал? Воевал против Хивы, торговая, там что-то там, спор, короче. Да, перемирие, Немо. Престиж. Престиж набивал. Ну ты вообще, конечно, крутой и быстрый. Да, но как бы, если бы я знал ранее, то я бы не воевал. Неужели у Московии так мало восстаний грядет? Да, по-моему, нормально. Да, и простите, если я там сегодня немножко нервный, меня просто кот очень сильно раздосадовал сегодня. Чё сотворил? Нагадил по-мелкому где-нибудь. Да, наверное. Да, Немо, конечно. Коты это такие негодяи. Да. Причем там вышла очень неприятная история, поэтому я просто крайне на него огорчен. И тапок он словил знатный. Ты же о коте говоришь? Нет, девушку отшлепал. Коте, конечно. Так, хорошо. Так, кто тут еще у нас есть? Тупик из-за того, что персы в союзе с узбеками. Ты думаешь, ты их не одолеешь? Ну, помнишь прошлую войну, где я чуть не слил Золотой Орде, там узбеки участвовали. А у меня только из-за них проблемы и были.
9, 10, 7. Ну, смотри. А, у них военные техи выше твоих, да. Смотри. Виктор, посмотри на английский военный. Если ты подождешь до января 35 года, я смогу воевать. А куда я денусь? Ну, мало ли, ты сам находишься. На английский что? Военные техи. 11-й, что ли, взял? Ух ты, 11, 11, 10. Ну ты же не отставай по идеям. Идеи дают вот тебе, к примеру, к флоту очень хорошие плюшки, чем а больше флот. Поставь, пожалуйста, мой рук на минус 15, их лимит. А вы посмотрите на этот дикий арагон, он и я себе вкачал. Давай, удачи тебе. Арагон серьезный. Арагон доставляет немало неприятностей Франции своим флотом. Но французы смогли таки преодолеть Андалузия препятствия. Если будет война, твоя задача флота не допустить... Андалузия отошла, вроде бы. Да, да. У меня два квеста. Один — защитить братьев по вере в Крыму, а второй — завоевать Крым. Идеально, просто идеально. Возьми оба. Англичане, ставь колонию. Сто пудов. Давай. Один на Московию. Не-не, оба на Крым, только с разными... Продаю, ну, корабли. Да, я нормально, что Португалия продает корабли, да? Да. Маншепахит через 300 дней, короче, придет. Не, Порто, тебе нельзя так. В смысле? Ты не можешь не колонить, ты должен колонить, потому что ты можешь найти золото. А как найдешь я золото, знаю, твои проблемы... Найти. Решаться. И если не считать, конечно, такой неприятной вещи, как инфляция. Да, да нормально, он переживет. Ну так что колонь. Ну, займы пофиг. Дохода не хватает. Ну так займы пофиг и умерь гордость, обращайся к Англии. Коль хочешь жить. Блин, я случайно принял требования сепаратистов. Это Китай, что ли? Нет, это Марокко, я еще не дошел. Блин, случайно. Кто-то лоханулся. Случайно. Блин. Это гениально. Браво. Думаю, придет Кастилец, он обрадуется этому. Да. А ты вернул Кастилии провинции? Две. О, нормально. Хоть две. Это вообще... О, ты золотую провинцию вернул. Вообще, рад будет. Меня сначала партии просто закидывает отрицательной стабильности, уже четвертый ивен, наверное. Слушай, Небо, я как бы не хочу как бы особо сильно спрашивать, но что это за нагайцы? Нагайцы? А что с ними не так? Как? Зачем? И почему? Слишком много. Не влезли. Что нагайцы? Это его внутри, этот самый песик. Анклав у нагайцев там. Родинка такая на Москве. Ну, реально, они 100% счета не умещались. Этот бы, ты вот зря его спрашиваешь, потому что этот бы сожрал, если бы мог. Вы, кстати, уладили свои приграничные споры? У нас да, у нас очень... они особыми и не были. Это очень-очень трудные переговоры. Я прямо вот сейчас при всех говорю, никогда не пытайтесь там долго-долго дипломатить с Немо. Да-да-да, вы проиграете в любом случае. Потому что там нужно все. Не верю. Меня просто удивляет, как ему еще мои провки не понадобились там. Да, Немо наглый человек. Если ему что-то надо, он будет не, ну я, конечно, высасывать это. Говорю, но все равно как бы это было крайне эпично. Но тем не менее. Это залог выживания в Москве. Ладно, чего ты хочешь, Британия? По-твоему, Польша там растет. Я согласен. Польша не менее опасна. На субсидии. Ну, Польша, видишь, она идет 3, там, где ей место дают. Подавилась Британия предложением от Португалии. Реально подавилась.
Ну ладно, я согласен на твою субсидию. А чё, Марокко купил у тебя провинцию? Я продал. По рукам пошла провинция туда-сюда. 221 очков не хотел тратить на него. Османа, чё ты там промышляешь в районе Венгрии? Типа, на всякий случай войска поставил? Не, восстание. Ну что? Ох, знал бы ты, как эти твои армии пугают всех ребят в том районе. А чё, они Ну так любое событие, связанное с войнами, когда вот ты ведешь войну, да, а у тебя твой потенциальный враг армии подводит, это как сигнал к тому, что он на тебя собирается напасть, то есть готовит вторжение. Я все туда поведу. Да, ну тролли. Если еще и Московия подведет свои армии к Речи Посполитой, то, конечно, Речь Посполитая явно засуетится по этому поводу. Я так. Посмотрел, как начнется это все. Хорошая идея, это помочь Осману добром на добро, перекинуть армию на территорию Стану. Осман на первом месте. 872 счета по развитию. А я сходился на 9. Я был. Да, ты скатился. Был на 30-м. Скатился, но будешь подниматься, если будешь хорошо колонить. С 30-го на 9. О, я наконец-то. А, на 39-й. Слушайте, меня здесь начали люди спонсировать. Фига себе. Виктор, посмотри на флот Англии. А кто тебя начал спонсировать? Не вижу никого. Австрия мне дала сотню голды. А ты попросил? Да, просто написал, дай взаймы 100 голды. Я думал, он займом кинет, он так просто отдал. Виктор, посмотри на качество и количество флота Англии. Качество и количество. Да, тебе нужны транспортники? 58 на 65. Ох, ты да беспринципно особо, строишь. Да. Ты лимит, посмотри, что это за корабли. Ну, да, вижу 39 карак у тебя. Ну, только ж ты учти, что ты можешь, конечно, себя накачивать флотом, но как минимум ты должен понимать, что это и бабло скушает. Немерено. На такое дело не жалко. То есть тебе нужен уравновешивающий фактор, это хорошие сильные колонии. Есть. Там, кстати, что? И у тебя армия, раз она не такая сильная, она вполне может зарабатывать много денег, уничтожая индейцев. Я еще это... А, кстати, Маджапахит здесь? Маджапахит? Не знаю. Маджапахит, ты здесь? Здесь он. Просто вот, колония образовалась, ты можешь их увидеть. А, тут присутствует проблема, я не вижу вас как государство, не могу попросить право прохода. Сейчас. Блин, это тоже эта колония еще идет. А, вот так могу сделать. Это тоже государство не вижу, когда национализируется твоя провинция, я смогу. Так, а что снабжение и ремонт? Ты ищешь ремонт? У тебя с Осман... Осман с... С Англией у тебя есть договора же, да? Все про флот. Ну, посмотри, я бумажку, это можно видеть. Есть. Ладно, пошел я туда. Так, а что у вас? Напишите, даже у меня хватает пусть, на плюс 3. Пусть проанализирует ситуацию, может, мы что-то упускаем. Если у Англии есть военные советники со стратегиями, то почему бы нам этим не воспользоваться? Вы о чем? Что такое? Да, я Англия. Тут. Ну, там после каждой партии советуется с одним очень сильным игроком, что ну, и дальше не очень делать. Сильным, но она под опекунством Нео. Ага. Просто он тоже играет на стратегии, мы сейчас с ним играем, он за Британию и там, типа. Да, и она после каждой партии ходит к нему, советуется, как ей дальше играть. Просто Мрамор не нашел совпадения между нашей Англией и Бранденбургом, который слился за 5 лет. Что там он пишет? Хе-хе-хе. Хи-ду-и. Чего, блин? About Elite Ports. А, это ваша переписка насчет того, что османы не ничего умирают по поводу там. Блокирования портов он не знает, короче. По поводу какого блокирования? Ну там Осман в Ла-Манше 66 кораблей привел своих. Чтобы ну, никто не высадился в Англию. Ну так, а что, блокирование какое? Каких портов? Прохода, а не портов.
этого Ла-Манша. Как же меня Лорандикус выводит на пука, я хочу объявить ему войну. Сань, ты лучше мне не те 7 кораблей, а вот один торговый и 6 кораблей, потому что я их как раз вот сейчас буду улучшать. Так, давай, ну... Все, Арагон скоро все падет, да? Да. Тут у Андалусии случайное событие неплохое. Повстанцы освободили кусок Кастилии. Да, он случайно принял требования повстанцев и потерял золотоносную провинцию. Ну-ка, смотрите, там что-то большой флот. А Португалия с Англией действительно побили эти самые горшки. Португалия сейчас оказалась в тяжелом положении. А, три игрока против одного, давай, но Мрамор стайл. Да, свежее мясо. Ой, он думает, что я не понимаю то, что он пишет на своем самом английском. Тебя провоцирует. Так, 7.44 усталость от войны. Пятое место. В общем, зачете. Австрия, ты на каком месте? А что там наша? Я тебя обогнал. Посполитая догоняет. А ну, по флоту, французский флот 27 из 33. А что за корабли? Ну а что ты хотел? Франция продает корабли. Матвей вообще болт забил на дипломатические техи. Один корабль, чуваки, можете поржать. Я даже не строю больше. Могу продать. Так, 6 ранних. Ранние караки. В чате задрали уже. Ну вот нравится им писать, пусть пишут. Можно как-то закрыть игроков в чате, чтобы их не видеть? Там в ЧС их добавили, не видеть. Вы нашли, как мешать друг другу. А вы же, по идее, должны писать это не в общий чат, а в личный чат? Или оно все идет нет, всем? Нет, провокации не пройдут, хохлы. Что у вас там, война в чате? Воинственные. Рама, успокойся. Я не могу, когда тут пишут. Ты не читай. Не могу. Закрывай глазки. Ты тоже вот это вот той же политикой страдаешь по поводу 74. Ну вот зачем тебе столько союзов со всеми, ну? То я? Да. А я не могу расторгнуть, потому что нет ничего лишнего. Ага. За аннексии Британии. Так, секунду. Да, там вроде... Так, каста. Все правильно, поехали. Живем, пацаны! Мужик. Илимся, живем. Присоединяй Каталонию, начинай присоединять. Люди, Тунис такой мощный, что Андалузия боится на него нападать. Блин, мне не нравится то, что Милан за папу гонит. А чтобы присоединять, нужны дипачки. Да, Франция не пойдет с диптехи. И отношения с той же Бретонью слишком маленькое, чтобы ее присоединять. Так, смотри, что я тебе должен продать, братан? Кого? А, 6 карак и один торговый корабль. Ну, а зачем тебе один торгаш? Ну, торгаш не надо. Ну, я его тоже могу. Я улучшить. Просто не понимаю, зачем. Я его тоже могу улучшить. Он будет воровать влияние у Англии. А, он давай. Все, на... да. Все для фронта, все для победы. Одним кораблем буду воровать. Вот как я тогда говорил, так и сейчас у вас так и получается. Вы что-то делаете, вы пугаете их. Они что-то делают. Они пугают вас. Франция не имеет флота в радиусе снабжения державы Бургундия. Вот когда будете смотреть видео мое про, ну, с этой компанией. Потому что, наверное, весь флот в Средиземном море сидит, да? Логично? Ну да, да. Ну, значит, перекидываю его в Ла-Манш. Этот Лорандикус думает, что, типа, 18 тысяч равно 18 тысяч. А чем ты медленно? Но он, наверное, понятия не имеет о идее... Национальные идеи, да, у него технологии. Тихо, не пали контору, ёб твою мать. А что палить, он дал? Тихо ты, Влад, ну ты издеваешься, дети смотрят, чему ты их учишь, ну? Я? А чё я сказал? Ты вообще
слушаешь, что ты говоришь. Вот потом спецом я тебе скину ссылку на... А что ты сказал, это... Влад? Я не заметил. Я не заметил. Я не ты что с мамами собираешься делать? Это не я сказал. Ими мамами. В смысле? Я не понял, что Влад сказал? Я не... Я ничего не говорил. Жан, может, я уже саму прокручу? Нет, я потом это все переслушаю, я тебе скину ссылку отдельно. Да у жабы уже это, старческий маразм. Паранойя. Вы материтесь и даже не замечаете этого. Да, потому что мы ученики у великого Зака Престона. И вот так вот материться и даже не думать о том, на что вы говорите. Ну я же свои серии не записываю. Не материтесь. А что ты делал? Я же типа, ну я же типа не свою серию записываю, да? Ну все равно, ты ж материшься. Ладно, ладно, да, ладно. Я... Мы понимаем, мы не правы все. У меня торгаш в Ла-Манше не сидел, я терял 10 монет. Правда, действительно, надо общаться без матершины. Вы же такие интеллектуальные господа, да? Нет, на видео, без матершины. Смотри, а, да-да-да, дети, которые смотрят это видео, знаете, рогатая жаба матерится. Сань, смотри, в личной жизни вы можете там делать, что хотите. Да, а в публичной... Я второй основатель ну Викиликс, разоблачитель. Австрия, ты что меня не призвала? Сейчас ой, нельзя, это вас потемнили, типа. А, ну ладно. Так, я сейчас продаю ну, тебе свои турбоклассные корабли. Мои турбоклассные корабли должны... просто для задания. Так, ну, ладно, вот, бери, мои турбоклассные корабли за 0 монет. Пользуйте. Договорной? Ты купил их? Ау. А где войска? У Османа там одни галерки. 43 так они галеры. Ломанши бесполезные. Блин, сколько лора мясо будет переизбирать своего бича этого? Боже, у меня ивент выпал на улучшение. 6-5-5, ну понимаете, вообще шик. Понимаете, что это? Количество и качество. Ты видел? У него количество и качество взято. Ну, на iPad. У кого? У Лора. Да. Не у Лора. В Великобританию, конечно, беру. Так, согласиться. А что? Что случилось? А ну, что случилось? Ничего не случилось. Ты флот кстати, особо не консервируй. Походу я реально сказал, просто мне есть одно слово, которое я уже даже не считаю за мат. Что такое? Да я так и понял. Что за слово? Нет, ну все, хватит это обсуждать, потому что ты скажешь это опять. Пиши мне в личку, плиз. Да блин, вот. Хорошо, без первого слова, твою мать. А, это, ну это типа вообще не мат. А кто знаешь, что такое мат? Кто сказал, что это мат? Но твою мать это не мат. Но когда какое-то действие с твою мать перед этим говорится, да, то это уже... С вами ничего нельзя обсудить так, чтобы не вляпаться во что-то. Так там даже это, неправильная форма построения слова. Типа это что-то решает. Нет, там ать должен в конце стоять. Да. Так, торговля, Ла-Манш 487. Ну да, а чё, ты не брал оттуда денежку? Нет, бурга, да. Послушай меня. Ты не то, что ты их просто не видел, они к тебе капали, но там не 3 дуката, а 4. Ну, то есть не 4 дуката, а 3 дуката капали. То есть они все равно шли, просто ты их не видел. Ну да. Просто не так много их было. А так, если прокачаешься, то ты у Англии будешь воровать хороший кусок. Что за кидалово? Так, да, как можно не захватить Кастилию? Каста, причем на офф-лимите и расширяется, заметьте. Потому что она всех мочит, и ее никто не может. Мне нужно 3 провки всего лишь. Франция 4. Кстати, Франция из Ла-Манша тоже денежку может получать. Ну я это получаю, бабосики. Бургундия и Гельдерн. Проблем нету. Кем? Ну, Сань, готовь деньги я на... Я ничего не слышу. Эту... Дети, помолчите. Мне нужна флот. Помощь с Бранденбургом. Ты можешь помочь? Не, я не буду воевать. Так, ну, блин, ну, пожалуйста. Сколько тебе раз денег надо? У тебя и так коалиция, куда ты лезешь? Ну, у меня вот сотня есть, я думаю, может, еще 150 денег понадобится. Не, дорого стоит. Посиди 10 посмотри, лет. Сколько стоит денег, я скину всю сумму. А уже прям в коалицию повступали, Влад, что ли? Да.
Нет, это же две страны, но если я что-то еще схаваю... Как ты думаешь, Люксембург сейчас захватить? А что за страны давай вступили? Там Люнинбург и... Только меня не призывай, один вытяни. Против тебя тоже коалиция, какой Люксембург? Бургундия, да, ты кто это... Кто будет воевать за вашей коалиции? Ольденбург, чёрт, одна страна, Ольденбург. Там просто соседи все по 42. А ну да, они потом сразу поступаются, подожду пока что. Хорошо. Не, ну вы сами, конечно, решайте. Бурга, Бурга, Бурга. Да. Сколько денег нужно тебе на апгрейд? Не знаю, сейчас через год скажу, когда... Как ты думаешь, если я с Неаполем подпишу союз и объявлю войну Лорандикусу, Лорандикус взорвется, пукан? Конечно. Нет, уже не разорвется. Мы за... Сколько? Не знаю, мы уже раза 4 на него нападали. Я думаю, он уже нормальный к этому относится. Ну, это же не мрамор нападал. Ну, какая разница? Если б я знал, что нужно принимать мир, я бы на него не нападал. Все, военная коалиция распалась. Военная там у тебя все равно этот сильный не да, да, я знаю, ну я просто скажу. Блин, ну у кого есть денежка, пожалуйста? Бурга, апай. Да, Неаполь кого? Готов повоевать. Кого апать? Сколько стоит этот? Да не корабль? Знаю, погоди. Ну на кнопочку наведи, на кнопку да, наведи. Я еще технологию не взял. Так уже вот... можно апгрейдить, нет? Нет, ну, надо сначала технологию взять, а потом уже грейдить. Не, он еще не может грейдить. 11 техи в Англии. Да он... Владик, сколько денег тебе надо скинуть? Не знаю, 400. Зачем так много? Строительство флота. Да ну да, да, да. Кровосиси! Флот, флот он строит, знаю я, какой ты там флот строишь. В смысле? А что я еще могу делать? Ты там стопудово себе что-нибудь отстраиваешь. Ну, строю... Блин, замки, которые потом боты... Доки дают. Строю. Да. Я уже по админке отстал. Неплохо. Пофиг. Смотри на меня и смотри на себя. И на меня. Или смотри. Как там в магазине было? Смотрите на своего парня и потом на меня, или как там? Так, ладно. Я дойду, у меня все равно ничего интересного. Интересно, Грузия национализм... Ну, этот Old Spice или как это там? Ну вы поняли, да, шутку? Мы должны были посмеяться. Кстати, насчет того, кто рассказал, какой мир нужно заключать Милан, то это вы увидите в серии, кто это сделал. Кто? И... Кто он сказал, парни? Я не слышал. Там, если вы хотите посмотреть, какой там мир... Нет, то... если вы захотите узнать, какой мир, точнее, кто подсказал Милану заключить перемирие правильное с... Иху. С кем? С кем там у вас война была? Мной. С Францией, да. То увидите это в серии. Я выяснил этот вопрос. А, типа, кто-то знает нюансы, да? Это, типа, кто-то из нашей компашки или это просто кто-то нюансы шарит? Нет, это Лёха сделал. Ну, это понятно. Это он же составлял эти обоссанные правила. Нет. Не оскорбляй правила Димы. А, Дима тоже талантливо составляет правила. Ну, ещё я вот это хочу, и вот это, и вот это, и вот это, и это. Дим, у тебя правила нехорошие. И вот это. Они были хорошие, пока... Вот вы посмотрите, да, вот... Не, правила замечательные, просто кастрированы. Ну да, они обрезали нас немножко. Своим дебильным 15. Вот, голосованием. Узбеки, тимуриды, айраты, Персия, Хива, Белуджистан. 6. О, Саша Ди отсоединился, это норма? Иди отсюда. Саша Ди отсоединился. Стопэ, стопэ, стопэ. Опять? Что там? Так, вот. Сейчас узнаем. Чё там такое? Кто вылетел? Австрияк вылетел. Хорошо.